В Санкт-Петербурге Федеральная миграционная служба выдала новые документы личности, выполненные по современным технологиям. Это биометрические загранпаспорта с отпечатками пальцев. Владельцам в присутствии большого количества прессы продемонстрировали, как активируют документ. Снимают специальный код, который защищает паспорт в процессе транспортировки и до момента выдачи его владельцу. Без этой процедуры данные не считаются на государственной границе. Речь идет о том, что это возможность въезжать без дополнительного какого-то документа в виде визы, которую сейчас получают наши граждане. То есть паспорта с такой степенью защиты будут рассматриваться как именно документ, гарантирующий невозможность проникновения на территорию другого государства каких-то граждан нежелательно. Не исключено, что в 2015 году, когда, возможно, примут решение о безвизовом въезде в страны Европейского Союза, именно для обладателей документов с дактилоскопическими данными эти границы перестанут существовать. Пока в Санкт-Петербурге оформить новый загранпаспорт можно только в Центральном отделе миграционной службы. В перспективе такая услуга появится в каждом районе города.